Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый осенний сезон, который продлится с 16 по 23 мая. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Maserati Corsa, а за прохождение на 80% вы получаете автомобиль Peugeot 205 Forza Edition. За прохождение же серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Quartz Regalia, а на 80% автомобиль Bone Shaker. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня опытный в кольцевом кроссе в Амблсайде вы получаете автомобиль Ford Mustang 69 года. За первое место против драйватаров уровня опытный в лейкерской гонке вы получаете автомобиль Nissan Fairlady Z 94 года. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командной кольцевой гонке на фестивале Horizon вы получаете автомобиль Mini JP 2012 года. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Великий чемпион». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Классические спорткары». И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Второе испытание называется «Уверенное вождение». Для его выполнения вам понадобятся скоростные участки. А для прохождения испытания от вас потребуется получить суммарно 9 звезд за скоростные участки. Следующее испытание называется «Ни шагу назад». Для его выполнения вам понадобится заезд шоссейной серии «Колосс». А для прохождения испытания от вас потребуется выиграть этот заезд. Последнее испытание называется «Финишная прямая». Для его выполнения вам потребуется набрать 250 тысяч баллов за технику. Здесь ничего сложного нет, необходимо просто накатать 50 тысяч очков с умножением на 5. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить редкую осеннюю шапку Бини и редкие осенние варежки. А также редкий автомобиль Lotus 2 Eleven за 625 очков. Ну а главный приз за этот форзафон — это легендарный Ford GT40 MK2 Le Mans за 650 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!